Ну вот, сегодня мы работаем, 9 мая 2020 год. Это у нас здесь называется домик саманный. Вот кирпичный, там матушка картошку нам набирает. Мешки в ведра. А мы здесь садим картошку. Вот брат Андрей там копает луночки. Сестры Дарья у нас навоз разбрасывает. А сестра Елена разбрасывает картошку. Вот так вот таким процесс у нас проходит. Нормально. Начало 8-го, брат. Нормально. На телефон. Угу. 10 минут 8-го. Нам до 8. Ты же до 8 или до скольки будешь ты? До 8. Потом. А, подожди, да. Ну ему как к 11 надо быть где? В Павловске, ты говорил? До 9 покушать и выехать. Нам в 10 надо выехать. 10 уже? Да. Так что. А, ну то успеем тогда. С Божьей помощью сейчас. До 9 часов еще 1:50 садится. Сегодня мы уже. Почти 8. Сегодня мы уже, наверное, где-то с тобой без. Брат, мы сегодня во сколько примерно? Без 20 были 6 уже здесь, наверное, да? Да, да. Ага. То есть утром уже начали. Только смотри внимательно, чтобы везде картошка была тоже. Ну что, Дарья, как тебе работенка? Да, нормально, это работа деревенская обычная, в этом ничего никакого нет. Вот тогда, когда такие объемы садишь, сразу понимаешь, почему человек придумал технику, да? Так. Сейчас бы было, трактор бы запустил бы. Чуть-чуть, ага, вот так вот выровняется. Дело в том, что я разговаривал с Игорем, братом Игорем Глушковым. Он говорит, здесь земля у нас чернозем плотная. И это, он говорит, может не потянуть вот этот агрегат, обработку этой земли. Да, да, да. То есть это. Дарья, ты экономна. Ты что? Так. Так навоза никакого не хватит. Нет, а здесь мы с матушкой уже посадили. Здесь вот пустые лунки, а здесь у нас уже арбузики посажены с ней. Вот арбузинки. Вот они у нас тут растут. Вчера мы посадили с ней, прикрыли, немножечко притрусили соломкой, сеном, чтобы от солнца не горели. Вот. Это первый год я сажу здесь на бугру, потому что она сказала, это хорошее место. Они любят возвышенность, и земля такая песчаная немножко. Лена, ты не поднимай сама-то, ты что? Поздно уже, ну понятное дело, что поздно. Не, в это ведро не насыпай, брат. Она это, в это только, в одно надо. Вот здесь вот у нас где-то 20 соток примерно участок. Ну так примерно, его точно-то не вымеришь. Он, видишь, какой конфигурации. А здесь мы посадили тыкву тоже. Вот она растет у нас. Красавица, зелененькие листочки. Тоже прикрыли от солнца. И влага сохраняется лучше. Ну вот так вот, в принципе. Тут вот это лагерный пруд с этой стороны. Здесь вот воду отсюда беру. Вот в этом году опять бобер поработал. Уронил вот этот тополь. Здоровенный. И все только для того, чтобы потом кору с него сдирать. Ну вот так вот. В принципе. Лена, тут без веревки ничего не сделаешь. На глаз тут вот так и будет все время. Тут бесполезно выравнивать это. Не, ну хоть я буду уже протоптана. Это и по башмакам иду. Да, так обычно и копает по башмакам, по своим отпечаткам. Ну все, так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.